Здравствуйте, господа. Я благодарю, что мы можем сегодня тоже находиться перед Словом. К евреям, 10 глава, с 1 стиха по 10 стих. К евреям, 10 глава, 1 стих. Закон имеет тем будущее благо, не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящие с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приношение жертв бы очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждого года напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь черствов и козлов уничтожала грехи. 그러므로 세상이 마실 때 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다. 말씀 그리스도스 выходя в мир говорит жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. 전체로 범죄가 속죄는 기뻐하지 아니하시나니. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. 이에 내가 말하기를 하나님의 벗이 없어서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю Твою, Боже. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 범죄와 속죄 원치도 아니하시고 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이다. Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. 위에 말씀하시기를 벗이 없어서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하심은 둘째 것을 세우려 하십니다. Потом прибавил, вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяй первое, чтобы постановить второе. 이 뜻을 쫓아 예수 된 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었나. По сей то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 여기까지를 읽었습니다. 나에게 예수님을 믿는 이 신앙은 жизнь по вере. 아브라함 시대 하나님 시대로부터 시작해서 예수들 통해서 오늘 이 시대에 수천 년의 역사를 이어왔습니다. С Авраама и до нынешнего момента прошло много тысяч лет. 수천 년 세월이 흘러가면서 하나님은 이 신앙이 삐뚱기로 갔다 다시 잡혀지고 삐뚱기로 갔다 잡혀지고 이런 일을 거듭했습니다. Когда прошло несколько тысяч лет, иногда жизнь по вере пошел не в ту сторону и обратно вернулся. 그런데 기독교의 지도자들이 자기 성도들을 잘 신앙을 이끌어야 하는데. Христианские лидеры они должны вести своих прихожан к правильным путям. 열심히 노력하고 수고하고 봉사하고 이런 행위적인 면으로 강하게 나갔습니다. Но христианские лидеры они сосредоточили на человеческое действие, что надо стараться. К Ефесянам 2 глава, 8 стих. К Ефесянам 2 глава, 8 стих. И что написано, что ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот здесь написано «не от дел». Но многие христианские лидеры, они сейчас сосредоточат на дел. Что надо стараться, надо трудолюбивым, надо служить, надо очень труд, усердно молиться, надо проповедовать, надо быть заслуженным. Все сосредоточат на дел. Ну, здесь написано, что не от дел. Как без дел получается духовная жизнь? Это невозможно. Но в чем проблема, что Библия так не говорит? Не от дел.
Когда я был во Вьетнаме, тогда был очень известный пастор. Он был в тюрьме 14 лет. Мы общались, и я спросил у него: «Вы получили спасение, прощение грехов?» «Да, я получил. Вы можете попасть в рай?» Он сказал: «Да, конечно». «А как вы можете попасть в рай?» «Пастор, я был в тюрьме 14 год». Я улыбался. «Да, вы сидели в тюрьме 14 год?» Но это всего лишь дел. Вы не слышали, что не от дел в Библии написано? Пастор, вы были в тюрьме? Да, я раньше много был в тюрьме, потому что чтобы для того, чтобы проповедовать. В городе Дэджон, в городе Суон. Я там много проповедовал заключенным. Этот пастор мне говорит: «Пастор, знаете, когда я был в тюрьме, многие люди, моя семья, знаете, насколько было тяжело? Но знаете что, пастор, в Библии написано, что не отдел, чтобы никто не хвалился». Но многие христианские лидеры этого не понимают, что не отдел написано. Но люди думают, что надо проявить свое дело, тогда правильная жизнь, духовная жизнь. Надо проповедовать, надо делать десятину, надо служить очень усердно, волонтировать. А почему в Библии написано, что не отдел? Большинство церквей так думают, что надо проявить свое дело, свое старание. Это правильная духовная жизнь. Однажды я встретился с служителем, и я сказал: «Человек, который попался в разбойник». Некий человек, он пошел из Иерусалима до Иерихона, и он попался в разбойниках, и забрали от него все. И потом священник прошел мимо, и один левит уже прошел мимо. А какой-то самарянин сожалел, приблизился к нему и спас его. Это очень легко рассказывать о спасении. Человек, попавшийся в разбойника, как он получил спасение? Иисус спрашивает: «Кто из них будет спасителем?» «Да, ты тот, кто делал милость, то делай так». И люди думают, что мы должны стараться как быть как самаряне. Но это иное взгляды на Библию, поэтому люди не понимают Библию. Человек, попавшийся в разбойника, он почти умирает. Если ночью придет зверь, и он умрет, он не может своей рукой спасти себя. Тогда добрый самарянин — это кто? Это Иисус Христос. Он спас нас от гибели. Но люди, которые сосредоточены на свою заслугу, они считают, что себя добрым самарянином. Когда путешествуете, видите человека, попавшегося разбойником.
Если этот человек попался в разбойника, тогда они считают себя, о, считают, что вот здесь вокруг есть разбойник, надо быстро убежать. Этот человек может получить спасение. Человек, который может жертвовать собой, этот человек может спасти человека. Добрые самаряне — это не означает нас, означает Иисуса Христа. А люди думают, что они как Иисус. Давайте честно говорим. Вот есть человек, попавшийся в разбойниках. Он недавно уже как попался в разбойниках. Он умирает. И это оказывается, что, может быть, разбойник сейчас рядом ждет другого еще. И надо жертвовать собой, чтобы спасти человека, попавшегося в разбойниках. Только Иисус жертвовал собой и спас этого человека, попавшегося разбойника, а не мы. Среди вас, которые присутствуете на этом месте, наверное, если вы в такой ситуации, вы, наверное, сразу убежали бы. Поднимите руку, кто серьезно может спасти человека, попавшегося разбойника. Никого нет? Да, правда, мы не спасители. Мы должны получить спасение. Нам нужно спасение. Мы никто, который может спасти человека. Мы сами не можем спасти себя. Как мы можем спасти других? Спаситель только Иисус Христос. Это очень интересная история. Некой самарянин сожалел. Самарянин же никто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сожалелся. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Что значит масло и вино? Если у кого-то есть раны, помазут алкоголь, чтобы другие бактерии не попались. Вот вино — это как алкоголь. Вот. Когда есть, появляется рана и нет алкоголь, то можно для дезинфекции для стерилизации помазать вино. Можно заместить алкоголь на вино. Чтобы другие бактерии не попались. Масло и вино, это что значит? Это как вазелин и алкоголь. И ранившему возливаем масло и вино и делаем стерилизацию вином. Раньше многие люди так поступали. Возливая масло и вино. Это история спасения, да? Вот здесь, на этом месте. Вот здесь написано, что возливая масло и вино. Здесь масло означает Святой Дух. Что Святой Дух приходит в моем душ, на мою душ, в моем... Святой приходит и оживляет меня. Самарянин же никто, проезжая, Итак,
후배도 돌아올 때 갚으라. 열 가지 일을 했습니다. 사마리아인 сделал здесь 10 вещей. И спас человека-разбойника. О, человек, попавшийся разбойника, что-то он сказал, что-то он делал? Ничего. Только самарянин. Только самарянин для него делал, а человек попался разбойником, ничего не делал. Но многие сейчас, в последнее время, многие люди попадают в свои дела. Но мы не должны прибавить свое дело. Только Иисусом. Многие христианские церкви, они стали как религиозацию, и они отдалялись от Бога. У них только осталось обычаи. Или такая форма. Форма только они считают важной. Нет деяния Господа в церкви. И сейчас христианство идет только на пути религии. Поэтому надо по внешности надо показать, что добрый, надо стараться. Многие люди живут такой духовной жизнью. Вот здесь к Ефесянам что написано? 2 глава, 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Да, вот я читал какую-то, я смотрел какую-то лекцию пастора, и он читал лекцию, и потом кремлянин, самая важная часть, это где мы стали праведниками. А он просто проходил эту важную часть. Он, наверное, считает себя, что грешники как может стать праведниками? То есть он просто говорит, что вот мы грешники, но нас просто называли праведниками. Нет! Библия написано, что мы стали праведниками, и нас называют праведниками. А люди не понимают, мы же грешники, как мы праведники. Поэтому многие люди сейчас отдалены от духовной жизни, в которой Иисус говорит. И поэтому недавно один пастор свидетельствовал, что он во сне он был в аде, поэтому он покаялся, и теперь он говорит, что он попадет в рай. Это чушь. Если люди могут покаяться в аде, и тогда все попадут в рай, то, конечно, в таком огне все покаются, и все могут попасть в рай. Зачем тогда нужно верить сейчас? Просто пойдем, попадем в ад, и там покаемся, и переправимся в рай. В Корее есть известный пастор. Так говорит. Здесь нет Библии, слова. Если попадемте в ад, никак не переправимся в рай. До того умереть, мы должны обязательно верить в Иисусу. Поэтому сейчас религия идет в противоположную сторону. В противоположную сторону от реальной духовной жизни. Саул. Апостол Павел сначала
많은 분들이 이해가 안 가는 거예요. 내가 죄를 매일 짓는데 многие люди сейчас в это время не понимают. Я грешу. А как я могу стать праведниками? Они не понимают. Когда я читаю к евреям, что я благодарен. К евреям 10 глава, оно ведет порядок. 10 глава 1 стих, что написано, закон, имея один будущий благ, они самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносим. Да, закон это не самый образ, что тень будущих благ. Вот здесь за папой есть, что вот там не служи другому Богу. Соблюдай субботу, запомни субботу. Уважай родителей. Не убивай, не прелюбодействуй. Не укради. Есть такой закон. Но закон, имея тень будущий благ. Да, известные теологи говорят, и знаете, что в Ветхом Завете что написано? Говорят, что закон это тень будущий благ. 그러면 여러분 오늘 날 한번 제가 최근에 누가 저한테 편지를 이렇게 인쇄해 가지고 복사가 보냈는데 недавно кто-то 그 진짜 안식일 кто-то мне прислал письмо 주일날 예배는 잘못됐다고 суббота же это суббота почему мы должны провести служение в воскресенье в воскресенье нельзя провести служение 정말 성경을 몰라 это человек не знает Библию. Вот здесь написано, что соблюдай субботу. Соблюдай субботу. В Библии написано, апостол Павел так говорит. Деяниям 20 глава. Здесь написано, после субботы они разделили субботу. После субботы даже по воскресенье. Они разделили хлеб. Они не знают этого. А люди оставили, что надо в субботу надо провести служение. А знаете, что такое суббота? 6 дней они трудились. И седьмой день ничего не делай. Это день отдыха. Твои рабы, ничего не делайте. Потому что Бог создал небо и землю, и седьмом дне Он отдыхал. Поэтому об этом рассказывает суббота. Это тень. Это тень. Вот, к евреям 10 глава 1 стих написано, да? Закон, имея тень, будущий благ, они самый образ вещей. Когда я подробно читал 66 книг Библии, все они связаны. Все они связаны. Когда они все связаны, когда мы найдем эту связь, тогда мы можем понять точный смысл. Если только мы знаем одну часть, соблюдай субботу, ничего не делай в субботу, твои дети, твои рабы, твои гости, никто ничего не должен делать. Поэтому тогда наступает суббота. И люди думают, что в субботу ничего нельзя делать.
Они читают это соблюдение субботы. И я читал какое-то свидетельство какого-то другой церкви, и он говорит, что вот они очень бедно жили, и тогда было очень дорого за обучение университета. Но мама отправила его в университет. И экзамен был в университете, экзамен был в субботу, поэтому этот сын думал, надо мне сдать экзамен или нет в субботу. И мама тоже хорошо знает. Но мама хочет, чтобы... Мама, конечно, хочет, чтобы... Хочет, чтобы свой сын сдал экзамен, но... Такой свидетель, что сын, хотя это был экзамен, важный экзамен, но он сдал экзамен, он не сдал экзамен в субботу, поэтому он говорит, что я так соблюдал закон. Но знаете, это вообще неправильно. Знаете, такой настоящий смысл субботы. Например, в пятницу вечером многие люди трудятся, и когда закат солнца пятницу, сегодня в это время начинается день с 0 часов, то есть с 00, но в Библии это когда после заката начинается новый день, новый день. Например, поэтому пятницу после заката начинается суббота. И все снимают груз. Кто хозяин субботы? Если мы выйдем на Иисуса, к Иисусу, мы снимаем все грузы. Почему? Потому что Иисус Христос распят на кресте и умер. Снимая все наши грузы греха, это настоящий смысл субботы. Вот в Библии все есть. Давайте посмотрим Колоссянам 2 главу. Колоссянам. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или на помещачье, или субботу. Пищу, питье, праздник, новомесячие или субботу. Никто да не осуждает. Почему? 17 стих. Это есть день будущего от тела во Христе. Это есть день будущего. Как в субботу мы снимаем все грузы, грехи, которые мы даже не можем все запомнить. Такой огромный грех мы имели. И мы встретились с Иисусом. Мы снимаем этот грех. Это действительно... Действительный смысл субботы. А люди думают, что надо соблюдать субботу, это как радует Бога. Если проще говорить, настоящая духовная жизнь, это не мы делаем, а Иисус делает. Если неправильная духовная жизнь, это где мы делаем. Мы стараемся соблюдать закон, мы усердно молимся, усердно там
делаем пост. 여러분, 우리가 그 모든 한다면 예수님 있을 필요가 없고. Если мы это все делаем, зачем нужен Иисус? Зачем Иисус должен умереть на кресте? 그래도 구원은 예수님의 십자가에 있는데. Спасение находится на кресте. А люди так не думают. 십자가 내가 뭘 했는데 그 뭘 했느냐, 얼마나 선한 일을 했느냐. Как я добрый, что я делал, насколько я достиг. Это не от Библии. 성경 그는 수없이 로마서에 많이 이야기. Кремлянам много раз написано. 제가 이야기했습니다. Я несколько раз говорил, когда я был в Африке, я встречался с президентом Ганы, и президент сказал такие слова: пастор, я болею, я не чувствую, я чувствую плохо. И мой личный врач делал лечение, но у меня хуже становится. Однажды, когда я утром проснулся, и я, знаете, что, о чем я думал? Я думал, мне сколько осталось? И этот президент сам рассчитал, сколько мне осталось. И президент говорит, что у меня осталось максимум максимально где-то 5 дней. И президент говорит, что пастор, хотя я президент, у меня есть грех. 내가 대통령까지 하고 아무 죽는 게 원이 없는데. Я, конечно, стал достигнув президента и. 목사님 죄송합니다. 전 제 사함을 못 받았어요. Ну, пастор, я не получил прощения грехов. Я очень боюсь, что я попаду в рай. 나에서 제일 믿음 좋은 대통령이라고 하는데. Говорят, что он такой, у него такой верующий президент Ганы. Президенту очень тяжело, сложно участвовать в служении церкви. Везде можно, охранники можно охранять, но церковь, когда президент участвует в служении, очень тяжело охранять. Поэтому, если кто-то хочет пытается убить президента церкви, очень легко. Поэтому президентам сложно участвовать в служении церкви. Но он больше всего участвовал во время во служении, поэтому в Гане считали его как верующим президентом. И этот президент мне говорит: пастор, хотя я такой, но я грешник. Президент, как вы, я спросил, как вы узнали, что вы грешник? Я же грешник, потому что я грешил. Нет, пастор, это не, нет, президент, это не так. Я ему сказал. В какой стране они, человек сам осуждает, что он грешник? Если в Гане, это человек сам осуждает, что все, я грешил, поэтому мне надо сидеть в тюрьме 2 года. Я спросил у него: пастор, вы видели такой приговор, что осуждали ваш грех? Есть Библии. Вы хотите увидеть, что есть ваш приговор? К Римлянам 3 глава, 23 стих. Знаете, когда читаем Библию, очень интересно. Вот 23 стих. К Римлянам 3 глава, 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Ну, 24 стих написано, что получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Вам что нравится, 23 стих или 24 стих?
23절이 좋아요. Вам нравится 23 стих или 24 стих? Очень удивительно. Многие прохожане, многие христиане знают 23 стих, но 24 стиха не знают. Это разве так? Разве это возможно? 23 стих написано, что мы грешники, но в 24 стихе мы праведники. Чтобы грешник стал праведниками, что мы делали? Ничего. Кто работал? Иисус приобрел искупление. И какой вывод? Что искупление во Христе Иисусе, что вы праведны. Многие христиане сейчас говорят, что они грешники. Они доверяют своим мыслям. Обманывали сатаной. Многие церкви так учат. Поэтому пресвитеры, они... Они стараются, они там пожертвуют много денег, и они были уверены, попадут в рай. Но этими они не могут попасть в рай. И перед смертью они ругают Бога, и они кричат и умирают. Многие такие. Я много жертвовал собой денег. Я отдал свое имущество, но мои грехи не очистились. Они просто это скрывают, но на самом деле очень много есть такой случай. Знаете почему? Почему? Потому что они сосредоточили на дел. Но не отдел. Мы не отдел. Самый добрый человек из вас. Самый злой человек из вас. Но для Бога не имеет разницы. Мы думаем, что этот брат очень добрый. Такой пресвитер, он истинный, искренний. Этот диакон очень святой. Этот брат, эта сестра очень добрая, искренняя. Это наше осуждение. Но для Бога все одинаково. Мы грязные грешники. И люди, кто-то считает, если я что-то хорошо делаю, я хороший. Но это не так. К Евреям 10 глава 1 стих, что написано? Закон имеет тень будущего блага, не самый образ вещей. Закон — это разве тень будущего блага? Как закон может быть тенью? Люди так думают. Они не понимают. И многие люди говорят, что вот к евреям это очень сложная книга. И служители очень боятся проповедовать через евреям, потому что они очень боятся. Но знаете, в Библии самая легкая книга — это к евреям, послание к евреям. Закон имеет тень будущего блага, не самый образ вещей. Вот закон имеет разные значения. Мы говорим, что Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, это мы называем книги закона. И 10 заповедей тоже мы можем называть законом. И очень много вторичных законов. Это все законы. Но эти все законы имеют тень будущих благ. Как это может стать тенью? Что Иисус говорит? Я
Хазаин субботы. Придите ко мне все трудящиеся, я вам дам отдых. Что это значит? Если мы придем к Иисусу, мы снимаем все груз греха. Если подробно объяснить, если, например, в субботу, ты не носи весь груз. Почему? Иисус Христос умер на кресте. Мы снимаем все наш груз, поэтому это настоящая суббота. Обычно в субботу только отдыхаем, но если мы придем к Иисусу, который является хозяином субботы, тогда мы снимаем весь груз, навсегда груз греха. К Евреям 10 глава 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самые образы вещей. Одними и теми же жертвами каждый год постоянно приносимый, никогда не может сделать совершенными приходящие с ними. В законе написано, что надо жертвовать коза, тельцов и приносить жертвоприношение. И омыть наши грехи. Это закон. Но такой закон, тень, это не самый образ. Через ли там коза берет наш грех и умрет. Это подобно тому Иисус, который берет на себя грех мира и умер. Вначале мы через жертву получили прощение грехов, но теперь Иисус Христос умер за нас, поэтому наши грехи омылись навсегда. Это есть самый образ. Чтобы мы точно поняли об этом, поэтому создали субботу. И субботу надо снимать все груз. И это говорит, что если мы придем к Иисусу, который является хозяином субботы, мы можем все снимать грузы греха. Об этом рассказывает Библия. Закон имеет тень будущих благ. Но в последнее время многие люди, они молятся молитва Господня. Отче наш, Отче наш, ежели на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое. Что это значит? Да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Что Иисус придет на эту землю, это воля Бога, которая исполнится на этой земле. Это называется воля Господа. До того Иисус Христос распятие Христа еще не исполнилось. Но да будет, да, воля Твоя, как на небесе и на земле. Когда Иисус Христос крестился, и что сказал Господь, Бог, это Он мой Сын, это который я радуюсь. Ветхий Завет. Есть книга Летви, и там Летви показывает, если когда священник согрешил, там есть четыре вида греха. Когда священник, когда лидер народа, и когда обычные люди, и весь народ, когда согрешили, тогда приносим жертву и возложим руку. Давайте посмотрим Левит 4 главу, 27 стих.
Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господней, чего не надлежало делать, и виновен будет. 28 стих. То когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. 29 стих. И возложи руку свою на голову жертвы за грех. Чтобы получить прощение грехов, я очень подробно читал Левит 4 главу. О, есть четыре вида греха, да. Я просто был... Просто народ, есть народ, поэтому... Если один народ согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. До этого стиха я все понял. Ну, 29 стих. И возложит руку свою на голову. И возложит руку свою на голову. Я не понял. Почему? Обычно в церкви, когда рука возложит, когда кто-то становится пастором, кто-то станет евангелистом, тогда возложение, тогда делай рука возложения. А почему? Это же жертва, ну здесь жертва же не становится пастором. Зачем ему возложить руку? Я думал, но я не мог найти ответ. И прошло много времени, я прочитал Евреям 10 главу, Евреям. Левит 4 главе написано «рука возложить». Я прочитал Левит 5 главу, 6 главу, 7 главу, 8 главу, 9 главу, 10 главу. Я насколько читал, но я не мог найти ответ. И после... Три года я читал Левит 16 главу. В Библии всегда есть ответ. Левит 16 глава 21 стих. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и испытает на ним все беззакония сынов Израилевых. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. У меня есть грех. Теперь священник должен возложить руку на голову жертвы. И когда жертва умрет, тогда мои грехи омываются. Когда священник возложит руку, тогда передаются грехи наши. Теперь грех находится не вовне, а в козе. И поэтому... Убить эту жертву и пролить кровь на роги жертвенника. Почему возложить руку на жертву, на голову козла? Почему мы должны пролить кровь на жертвенник, на роги жертвенника? Библия это объясняет. Иеремию 17 глава. Грех Иуды, 17 глава, 1 стих. Грех Иуды написан железным лицом, алмазным острием, начертан на скрижали сердца и на рогах жертвенников их.
Наш грех написан на рогах жертвенников. Почему? Жертвенники есть роги, и там написано, что чтобы Бог видел, какие грехи они поступали. Поэтому почему тогда проливают крови на рогах крови жертвы, чтобы кровью омыть, кровью чистить роги, которые написаны на грехи? Вот мои грехи написаны на рогах. Когда мы пролим кровью, когда мы помажем кровью жертвы, тогда грехи не видно. Вот кровь Иисуса Христа. Он убрал все, очистил все записи, которые написаны в жертвеннике, во святилище Царства Небесном. Аминь. Таким образом передается грех. Вот в Библии точно написано, что наши грехи передались к Иисусу. Иисус пролил кровь и умер. Когда я подробно размышлял, Левит 16 глава, 21 стих. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает на ним все беззакония сынов Израилевых. Очень ясно написано в Библии. Вот Иисус Христос из Галилеи попался на реку Йордан. Иисус пришел на реку Йордана. Он пришел в Йордан. На реку Йордана. Почему? Потому что тогда крестил Иоанн, делал крещение и покаяние. Иоанн ругает многих, да? Там сыновых змей. Кто спасет? Если люди покаются, Он обвинял людей, чтобы покаялись. И люди покаялись, и потом пришли к Иоанну, и крестил Иоанн тогда делал крещение. А вдруг Иисус пришел, чтобы получить крещение. И крестил Иоанн удивился. Я должен получить от вас крещение, а вы почему пришли ко мне? Все принадлежит к праведности, Иисус говорит. А Иисус получает прощение грехов. Иисус получает крещение. А почему это принадлежит к... Совершению праведности. Это что значит? Иисус Христос – Агнец Божий, поэтому Ему должен передать грех мира. Чтобы все грехи передались к Иисусу, поэтому Иисус получил крещение. У Иисуса нет грехов, поэтому Он не должен получить крещение покаяния. Но Иисус говорит, что принадлежит, чтобы все грехи омылись. Когда умрет жертва, как после того, как передалось грех, ну, без рукобозложения жертва просто умрет, тогда грехи не омываются. Поэтому закону Иисус Христос должен получить крещение, рукобозложение. Отец крестил Иоанна, это священник. Сын священника тоже священник. И крестил Иоанн, он первосвященник. Поэтому
Он возложил руку на голову Иисуса. Он возложил руку, как возложить руку на жертву. Евангелие от Матфея 3 главе там подробно написано. И потом Евангелие от Иоанна 1 глава 29 стих. И потом следующий день, на следующий день. То есть Иоанн увидел Иисуса Христа и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Иисус Христос стал жертвой. И в Ветхом Завете написано, что вот обязательно через рукобосложение передается грех. Если без рукобосложения грехи, без рукобосложения не имеет смысла жертве умереть. Поэтому Левий 16 глава 2 стихе, 21 стих. Аарон возложит обе руки на жертву козла, на голову козла, исповедовая сцену праведности сына Израиля. Библия точно описывает. Вот, Иисус Христос, Агнец Божий. Агнец. Он должен получить рукавозложение перед смертью. И когда он ему передалось грех, весь грех мира, и он умер на кресте, и все наши грехи омылись. Вот, к Евреям 10 глава 1 стих, закон имеет тем будущий благ. Они самые образ вещей. Об этом говорит. О Ветхом Завете закон, который приносит жертву за грехи, это все объясняет о Христе Иисусе. Во время Ветхий Завет. Это что? Это они приносили жертву и получили прощение грехов. Это все, что является тенью Иисуса Христа. Вот, когда делали медные змеи, После сокращения, если мы увидим Иисуса Христа, Иисус Христос омылся наши грехи, тогда мы можем освобождаться от страха греха. Самый образ — это Иисус Христос. Здесь есть среди вас кто-нибудь прохожанин церковь адвентистов седьмого дня? Субботу что, отдыхаете, ничего не делать? Хозяин субботы — это Иисус Христос. Суббота — это объясняется в том, что прийти к Иисусу и снимать все грузы греха. Если люди не знают полностью Библию, они только смотрят одну часть и говорят, что вот они неправильно понимают Библию и говорят, что вот я самый лучший, который соблюдаю субботу. Это радость сатану. Настоящий хозяин субботы — это Иисус Христос. Как люди смотрят в медного всадника и они получают спасение. И как, подобно тому, люди смотрят на Иисуса и получают спасение. Многие люди не знают точный смысл закона. Настоящий смысл закона — это тень будущий благ. Ансигиль до Иисус ане омен,
Суббота это объясняет, что люди приходят к Иисусу и снимают все грузы греха. Но сатана и скажет, сказывает смысл субботы. Кровь Иисуса Христа спас нас. Иисус, который является хозяином субботы. Закон имеет день будущего блага, не самый образ вещей. Мы должны душе глубоко запомнить этот стих. Вот. Закон — это тень. Это является тенью Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю и спас нас, и умер на кресте. И Он очистил наш грех белее снега. Никто не может сказать, что совершенными. Но единственный путь, чтобы стать праведниками, это крест Иисуса Христа. Приносить жертву, соблюдать закон. Это все указывает Иисуса Христа. Жертвоприношение — это что Иисус Христос умер на кресте и умер за нас. И субботу снимать все грузы, это значит, чтобы прийти к Иисусу и снимать наш груз греха. Если мы действительно верим в крест, Иисус Христос распят на кресте и умер на кресте, и я освободился от греха, и получить святость, нам нужна настоящая вера. Но испортилось христианство не в данный момент. Из конфессий я вижу, некоторые конфессии там неправильно идут другим путям. Мне было очень больно смотреть на это. Мы должны иметь настоящую веру и получить прощение грехов через Иисуса Христа и сопровождаться Иисусом и получать милость. Мы обычно говорим, что мы грешники. Это знаете, что означает, что Иисус вы испытали крах на кресте. Знаете, насколько это поражает Иисуса Христа? Это значит, что если я грешник, то это значит, что Иисус Христос не омыл мои грехи. Это поражение Иисуса Христа. Это пренебрежение к Иисусу. Это пренебрежение Иисусу. Мы были грешниками. Но у Римлянам 3 глава 23 стих написано, что мы грешники. Но 24 стих. Во Христе Иисусе искуплении мы оправданы. Верите этому слову? Без старания, без нашей заслуги. Мы ничего не делали. Милостью мы стали святыми. Помолимся. Отец наш, Святой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты помиловал нас. Кроме крови Иисуса Христа, нет ничего, чтобы мы стали праведниками. Многие люди говорят, что они верят в Иисусу, но они находятся во грехе. Господь Иисус, Ты взял грехи нас. И поэтому Бог сказал, что вот когда Иисус Христос, когда Ты крестился, и крестил Иоанн сказал на Иисуса, что Иисус Христос – Агнец Божий, который берет на Себя грех мира. И Библия говорит, что все грех мира передалось к Иисусу, и что мы верить к этому. И мы прославим Господа, который омыл нас, и что многие люди узнали этого и получили свободу от грехов. Благодарим Тебя, молились во имя Иисуса Христа.
Спасибо большое.